Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам хурматлы ватандашлар! Я хочу обратиться к президенту Туркменистана Бердымухамедову. Вы ушли в отпуск, и ушел весь кабинет министров также в отпуск. Нам, например, непонятно, по каким причинам и как можно сегодня отдыхать, когда в мире коронавирус, который коснулся и Туркменистана, когда в Туркменистане людям просто нечего есть. Нет работы, нет хлеба, нет продуктов питания. Есть коронавирус. Подтвердили вы его или не подтвердили, это уже не имеет никакого значения. Люди болеют, и у них нет возможности просто элементарно пойти и купить себе лекарства. Как вы себе это представляете, если вы гарант Конституции, если вы президент страны? Почему народ должен так мучиться? Сегодня в социальных сетях появилось видео. Нам также прислали это видео, где на дороге, на перекрестке Центральной и Огузхана в городе Туркменабаде села молодая женщина, криком крича о помощи. Мало того, она ждала вас. Этот человек даже не в курсе, что вы ушли в отпуск. И я уверена, что половина населения Туркменистана тоже не в курсе, что, видите ли, вам пора уже отдыхать. А когда будет отдыхать народ? Когда у него будет это право, что он сможет просто пойти и отдыхать, и кататься со своими внуками, со своими родственниками на этой яхте и везде? Эта бедная женщина криком кричала, ее оттаскивали Тимур и Арслан из первого отделения полиции города Туркменабада. Куда они ее потом отвезли, это неизвестно. Ее просто увезли в неизвестном направлении. Или вы также хотите навешать на нее статьи за проституцию и потом посадить в ташаускую тюрьму, не решив все те проблемы, о которых кричала женщина, правда это или неправда? Это еще второй вопрос. Первый вопрос – это то, что люди болеют. Коронавирус это или не коронавирус? Это подтвердится потом, если будут тесты. Займитесь своим народом. Просто так народ бы не бежал бы из страны и не скитался бы по всему миру, начиная от Турции и Кипра. О каком отдыхе вы ведете речь? Накормите свой народ и дайте возможность, дайте людям право лечиться. Они не могут купить эти препараты, они не могут обеспечить себя в этих хозрасчетных ваших госпиталях, где безумные цены. Мы знаем, как вы построили всю эту систему здравоохранения. Я обращаюсь к Нуре, министру здравоохранения. Мы с тобой работали, когда ты еще был простым врачом-кардиохирургом, а я была в клинической ординатуре. Ведь ты же был другим человеком. Где ваша совесть? Дайте возможность людям лечиться, дайте возможность людям вылечиться. Это неизвестно, куда забрали Гульнару Чарыеву, и мы будем следить за ее дальнейшей судьбой. Откройте правду и помогите народу. Помогите женщинам. Не дайте умирать ихним детям. Помогите туркменскому народу. Народ имеет право.
Халкын хакывар.